Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы тестируем новиночки Faberlic, и начнем мы с вами именно с серии для ног. Поехали! Буквально сегодня протестировала активный гель кератолитик для педикюра. Артикул его, фокус вернись, 1368. Прям до последнего тянула, потому что, знаете, каждый день после душа, даже два раза в день, использовала вот этот крем 1369 с мочевиной. И так как мои ножки, благодаря ему, в идеальном состоянии, не на чем даже было протестировать гель. Но сегодня потестировала и даю вам полный отзыв. Что почем? Во-первых, как делала? Здесь очень удобно открывается носик вот таким вот образом. Гель прозрачный, гель достаточно густой. Не сказать, что прям... как водичка, но и не сильно густой, я на ватный диск наносила. Удобнее всего это делать в ванной. У меня много было кератолитиков, поэтому знаю, о чем говорю. Уже в обзоре заказа я вам говорила. Сразу хочу отметить, здесь есть запах такой вот, ну, не знаю какой, немножко химозный, но только если принюхиваться. То есть вот если ватный диск с гелем к носу поднести, он есть. А так все комфортно. До этого кератолитики, которые я использовала, они очень химозные. Вот там прям и глаза может резать, и ноги может резать. Нет, это достаточно деликатный гель, подойдет прям даже для чувствительной кожи. Не знаю, у кого она есть на пятках, но мало ли, может быть, у кого-нибудь есть. Я делала как? Я наносила на ватный диск достаточное количество и прикладывала к натоптышам. Вот именно туда, где мне надо решить проблему, где есть ороговевшая кожа. Приложила, минут 10-15 я так посидела, ничего не щипала. Смотрите аккуратно с ногтевой пластиной на ногах, потому что может повреждать, ее повреждать очень сильно. Я не знаю, как этот, я и пробовать не хочу, но вот мои кератолитики до этого, они прям ногтевая пластина, она начала не то что разъедаться, может разъедаться, даже прям светлеть, такая вот желтеть. Не надо так делать, поэтому я вам рекомендую вот именно с ватными дисками или уже сесть прям в ванной. Да, сесть прям в ванной ватным диском ножки смазать аккуратненько, тоже желательно, чтобы на руки не попадало. И вот так вот посидеть 10-15 минут и там смывать. Мне в ванной было скучно, я сидела в зале. Потом этими же ватными дисками остатки удалила салфеточкой и пошла в ванну, воспользовалась пемзой. Счистила все просто на ура, все, что было лишнее, и сразу промыла как следует. Еще будьте внимательны, все кератолитики, вообще не только Faberlic, они жутко скользкие. То есть вот когда вы не до конца смыли, а смывается кератолитик с ног очень тяжело, тоже хочу сказать. Это прям надо использовать много мыла после вот пемзы, после щеточки какой-то. Он смывается тяжело, поверхность топ становится очень-очень скользкой, поэтому аккуратно можно упасть. Нет, это действительно так, правда, не смешно. Подошва, она очень-очень скользкая. Да? Надо несколько раз промыть мылом, чтобы вот эту вот скользкость убрать. И потом нанесла активный крем для ног вот этот вот. Все удалилось на ура, все счистилось. Кожа действительно стала мягкой, она размягчилась, все счистилось идеально. Это самый слабый кератолитик, который я когда-либо пробовала. Но этого достаточно. Он и деликатный, он не такой химозный, как остальные, вот, которые я пробовала. У меня много производителей было. И на ВБ вот этот жидкий педикюр одно время рекламировали очень сильно, там, 2 года назад, да? Класс, вот топчик, супер. У меня ушло 1/5 часть где-то флакона на один педикюр. Я планирую вот эту именно процедуру с кератолитиком делать один раз в неделю. Этого вполне достаточно. А вот кремушком уже этим я пользуюсь на постоянной основе после душа. И в чем его фишка, девчонки? Вот этого крема фишка не в том, что он потом прям супер-пупер увлажняет ваши ножки и разглаживает там на них морщинки и напитывает. Нет, его главная фишка в том, что он отшелушивает. Я не знаю, за счет какого компонента это происходит, но я наношу этот крем на ножки, он впитывается, и спустя какое-то время, там через час, через два, вот рукой, если по стопам проводить, то как будто такие мелкие катышки. То есть он работает с роговевшей кожей, как пилинг, но сам по себе. То есть вы ничего не делаете, крем все делает сам. А поэтому он очень сильно отличается от размягчающего крема компресса. Они абсолютно разные. У них совершенно разные действия. Их даже сравнить нельзя ни по действию, ни по текстуре, никак. А еще у него очень крутая отдушка. Видите, я сколько уже израсходовала? Прям достаточно много. Еще буду брать обязательно эту пару, потому что этого достаточно для быстрого, качественного педикюра. Отдушка ментолова какая-то... нет, я у мужа еще спросила, запуталась, чем же пахнет он мне, лимонами.
цитрусовыми, пахнет как серия вербена. Очень похожий аромат именно лимонником. И поэтому работает еще как освежающий. Как освежающий крем, написано, подходит для мужчин и для женщин. То есть хорошо освежает ножки. Действительно, вот как лимонник, как серия вербена пахнет. Понравился аромат. Он достаточно, кстати, ярко выражен, хочу сказать. И если сравнивать, допустим, с гладкими пяточками, его ощущаешь на стопах. То есть то, что ты нанес крем на стопах и на руках. Я, кстати, на руки тоже пробую, наношу его. Все отлично. Здесь ты не ощущаешь. То есть он впитался, ножки выглядят потрясающе увлажненными, напитанными, пяточки розовые, но крем ты не чувствуешь на ногах никак, совершенно никак. То есть нет вот этого ни крема от блеска, ничего, ты его не ощущаешь. И идет вот этот процесс отшелушивания. Поэтому продукт, девчонки, потрясающий, такого еще точно не было. Рекомендую. Вот эта парочка прям мне понравилась очень. Так, а теперь пойдем делать макияж новинками. Приступаем. Я тут запаслась салфеткой, у нас дичайшая жара. Если честно, девчонки, в такую жару снимать обзоры очень тяжело, но надо. Так, что у нас с вами? Румяшечки и блеск на обзоре. У меня уже сложилось определенное впечатление, сейчас вам расскажу. Ну, во-первых, однозначно, судя по тому, что я уже видела, и судя по свотчам в каталоге, вот этот оттенок жидких румян 66-37 самые удачные. Остальные будут либо термоядерными, либо кукольно-розовыми, а это, ну, вообще ни к чему нам как бы не нужно. Показываю. Я делала пальчиком. Давайте с вами попробуем и пальчиком, и кистью для румян. Давайте попробуем так, покажу вам. Я сама кистью еще не пользовалась, если честно, с этими румянами. Они очень кремовые. Вот от слова «очень». Но вот этот оттенок, он прям деликатный. Он прям деликатный, он красивый, освежающий. Я не знаю, почему на камеру я его вижу сейчас каким-то серым, он персиковый. Смотрим пальчиком. То есть наносим на яблочки и тушуем. И у него такая текстура, понимаете, как у сатиновой помады. Блесток здесь ничего нет, но она очень кремовая. И она блестит. И она блестит, и блестит очень сильно. И пока... Знаете, вот такой легкий эффект маски на лице. Здесь много ухаживающих компонентов. Я, конечно, все это понимаю. Но вот эту текстуру по-хорошему нужно припудрить. И припудрить хорошо. Вот это на мой взгляд. Я ожидала не то, что они будут прям вот матировать, но я думала, что они не будут такими, ну, жирными, что ли. Потому что прям вот как-то это все дело блестит, как будто ты щеку намазала помадой. Вот честно. Так, пробуем кисточкой теперь. Давайте посмотрим, как это все дело будет. Оттенок вообще очень класснючий. Освежающий, суперский. Все замечательно, все здорово. Вот для кисти, кстати, этого много. Вот для кисти этого много. Носик вот тут можно. Еще немножко. Для кисти этого реально много. У меня кисть не вбирает столько продукта, сколько тушует пальчик. Но мы попробуем, тем не менее. Границы немножко пальчиком подотру. И, в принципе, вот хорошо. Хорошо. Видите, я нанесла и как контур, и как румяна. В принципе, хорошо. И вот он оттеночек. И вот кистью, кстати, нет такой жирности. Все-таки она немножко в себя этого дела выбирает. Поэтому, да, наверное, все-таки кистью эти румяшки лучше наносить. Кисть как-то здесь подходит больше. Ну вот, видите вы что-то или нет, я не знаю, я вижу. Просто я сейчас смотрю на себя в камеру, я почти ничего не вижу. А в зеркало я вижу достаточно яркий персиковый оттенок. В целом. Я попробовала нанести этот оттенок на веки. Нет, он сразу в складку западает. Это прям масло масляное. Нет и нет. На губки можно, я вам сейчас покажу, потом салфеточкой сотру. На губки классно, кстати. Легкий красивый оттеночек. Как будто нанесли достаточно высоко пигментированный блеск для губ. В то же время он абсолютно не липкий, что классно. И вот этот оттеночек очень красивый, освежающий. Я его и оставлю на губках, пожалуй. Но сначала мне нужно показать вам еще блеск. Сейчас завершу уже свой макияж и губки. Пока у меня подсыхает один слой туши, показываю вам блеск на губках Cherry Glam. Кто-то писал в комментариях, вернутся блески Glam-Team или не вернутся, девочки, милые. Я, к сожалению или к счастью, в обратной связи Faberlic не работаю. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Ни один блогер не может вам ответить на этот вопрос. Может ответить только обратная связь.
Наставник ваш может написать в обратную связь, если вы не умеете. Так, в оттенке 411-74. Я сразу скажу, что я блески терпеть не могу. Вообще никакие. Поэтому я отдала его старшей дочери. Она и мазюкается иногда. Вот этот оттенок очень приятный, много кому подойдет. Освежающий, красивый. А здесь много-много блесток, и они такие переливаются, преломляются под определенным светом, под определенным углом и увеличивают губки за счет этого. Вот, видите? Он, кстати, не сильно липкий, но волосы к нему липнут. Вот если взять прядь волос, они будут к нему липнуть. Оттенок достаточно насыщенный, очень-очень приятный. Камера вам, в принципе, правильно передает. Он не розовый, он не сиреневый, не рыжий, не красный. Он вот такой. Я блески не люблю, совсем не люблю, поэтому я его стираю. Я вам показала. Конечно же, он легко стирается, легко отпечатывается. Еще в обзоре заказа я вам говорила, он вкусный. Он реально вкусный, он сладенький. Так, я нанесу на губки румяшки. Мне очень понравилось, как они смотрятся на губах. Красивый летний освежающий оттеночек. Вот, вот так мне нравится. Вот так я люблю. Сейчас вам покажу еще макияж при естественном освещении. И вердикт мой. Блеск я больше не возьму, потому что я ими не пользуюсь. Я люблю на губах матовые стойкие текстуры. А, это раз. И блеск я, в принципе, не люблю. Не люблю, когда мои губы блестят. Ну, не нравится мне. Если вы любите, это ваша история, то можно взять, конечно же, почему бы нет. А румяна я тоже больше не возьму, потому что мне это неудобно. Мне гораздо удобнее пользоваться румянами из палетки. Но румянец вот сейчас видно, да? И когда немножко усаживается, такого блеска уже нет. Есть, конечно, все равно вот этот кремовый блеск, но не такой. Если все это дело запечатывать пудрой, если только совсем деликатно, то это, опять же, история не про лето, не про жару. Ну, не знаю, я не пользуюсь никакими тональными основами и пудрами летом. А если рассматривать зимой, то все равно кремовые продукты, они наносятся поверх пудры. Вот опять, не та история. Мне не понравилось, вот честно, мне не понравилось. Мне гораздо удобнее, приятнее пользоваться из палетки румянами. Поэтому румяна я тоже не возьму. Но попробовать стоит, конечно. Вот разве что попробовать на губки израсходовать. Мне неудобно, мне просто неудобно, мне не нравится. Оттенок красивый, вот обалденный. Вот такого оттенка я бы очень хотела румяшки в твердом формате. Он очень классный, освежающий. Он прям молодит щечки, молодит макияж. Он прям вот классный, класснючий вот этот оттеночек. Вообще суперский. Но, блин, не знаю. Может, до зимы они у меня полежат. И попробовать потом как-то вот на тон, как они лягут. На пудру, как они лягут. Кремовые текстуры, я вам неправильно сказала, наносятся под пудру, конечно, под пудру. Сейчас стою вот и думаю, что я грожу. Это жара уже, наверное, сказывается. У нас с вами, если мы наносим сухие румяный контуринг, мы наносим на пудру. Если мы наносим кремовый, то под пудру. Но вот у меня такое ощущение, что если это дело сейчас все припудрить, вот, допустим, возьму пудру сейчас, то не будет ничего видно. Даже если я сейчас попробую деликатно, у меня пудра из коллаген, которая еще и морщины разглаживает, вот это вот любимое, великолепное. Даже если мы с вами все это сделаем прям вот мега деликатно, прям вот кистью, прям вот так. Сейчас гляну. Нет, ну видно. Но у меня прям тут три пылинки. Нет, ну видно. Если вот так вот деликатненько сделать, конечно, чуть-чуть видно. Я не буду пока вторую половину делать, потому что сейчас при естественном освещении вам буду показывать, чтобы вы сравнили, вот где я припудрила, где не припудрила. Так что вот такой мой вердикт. Для ног обязательно попробовать декоративку на свое усмотрение. Ну вот, смотрите, макияж при естественном освещении. На губках как здорово, да, освежающий тоже смотрится. Вот эта сторона не припудренная. Вот сторона припудренная. То есть не так ярко выражены, конечно, румяшки, но тем не менее, чуть-чуть их видно. Чуть-чуть. Вот такая вот штука. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, было полезно и интересно. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Ссылочка для регистрации Фаберлик всегда под видео, и вот тут вот где-то сбоку она все время появляется. Всех люблю, целую, всем пока-пока.